результаты работы налицо, то есть это стало самым популярным местом всего микрорайона, то есть сквер сейчас благодаря погоде, наверное, мало детей гуляет, а так вечером здесь просто мало места, чтобы присесть на скамеечки, родители с детьми отдыхают, подрядчикам работы все выполнены качественно, хорошо, то есть меня работа тоже устраивает, как жители этого микрорайона. В рамках подарок городу мы дополняем детскую игровую площадку игровым оборудованием. Здесь будут установлены различные качели, различные малые формы. И я думаю, что детям понравится. Но у нас еще есть и третий этап сквера. Это мы планируем, конечно, чтобы сквер более был благоустроенным, более безопасным. Мы планируем сделать освещение. Будут установлены светильники антивандальные со светодиодными лампами. Я думаю, этот сквер будет более привлекателен для жителей города. Мы тоже подключимся. Эти, конечно, надо его оформить. Да. Завершить оформление, чтобы здесь было не просто чисто, но еще и уютно.